Ай-на-не-на-не. Всем привет. Привет, это... Можно тут гром, может, в русский? Это настоящий город призраков. Ребята, личка внизу, пойдемте, она упала вниз. Да блядь! Джентльмены, мне нужна помощь! Все будет хорошо. Осторожно! Спасибо. Оу, что это на мне за дрянь? Да, это было ошибкой. А. Вот оружие. Там гром, осторожно. Мерзость! Я перезаряжаюсь. Ой. Назад. Громила! Перезаряжаюсь. Большой катану хотел. Все возьмите себе оружие. Ух, можно идти дальше. А Зюзик, кто знает, что этот гром с любой высоты может минус сделать? Эти чучело, что еще? Да, я знаю, он подпрыгивает и поехали. Мы можем влезть на этот грузовик. Но поживее, а? Дьявол, осторожно! Прекрати в меня стрелять! Перезаряжаю! Reloading! Там гром с углом, осторожно. Чёрт, как же больно. Ладно, мы непременно прорвемся. Девочка... Судя по этим звукам. So that's a hunter, huh? What's he gonna do? Bro? Go for a jog at me? Bro, I heard him. He's running, gremit. He's running. Танка вызываем, идем назад. О, я знаю это место. Оружейный магазин тут. Намного лучше. Вы слышали это? Эй, осторожно! Надо перезарядиться! Хватай, не тормози! Хантер, отлично. Вижу, вижу. Спасибо. Перезаряжаю. У меня перезарядка была. Вызываю танка, ребят. Идем обратно. Назад. Что это за шум? Назад, назад, назад. У меня даже...
Машину перекинул. Стреляемся вместе. Потихонечку назад. 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 Охотник сапал Эльса. Спасите, спасите. На контру нажми. Контру нажми, блядь, что ты человек, а? Похож на десятилетнее чудище. Ну что мы теперь будем делать, парни? Так. О, Элис, Элис, Элис. Я ничего не вижу. Ой. Ой. Стой, я тебя подключу. Хватит стрелять друг в друга! Надеюсь, что это была случайность. Перезаряжать! Чёрт! Дерьмо! Я в магазине. Двое... А, все здесь. А, давайте найдем это. Дефибриллятор надо. Обнови. Здесь есть аптечка! Олегайся, Юзик! Да-да, уже. Постойте, мне нужно подлечиться. Сработало! Времени нет, берите пушки и поднимайтесь наверх. По дороге я все объясню. Нам нужно найти Дик, слышите? Давай-давай, смотри. Нет, нихуя, блин. Ну чё? Стойте! Спасибо за оружие. Очень вам пригодится. Вот, парни! Вот так! И снова стреляй! Молотов полетел! Перезаряжаю! Прекрати в меня стрелять! Ребята, меня курят. Вижу. Быстрее. Вижу. Мы сразу или наверх пойдем? Я не пойму, вот у этого Элиса был гром. Ой, гром, блядь, аптека. Чего он бежал возле танка, я не пойму, блядь, мог встать. Он, наверное, не знает, что можно вставать. Я перезаряжаюсь. При чем здесь гром, я вообще не понимаю. У тебя была аптека. Мог стать аптекой. На этом сервере можно нажать Ctrl и встать с помощью аптеки, если она у тебя есть. И ты если лежишь. Здесь сразу, да? Я не знаю, я хочу минус сделать. Давай мы тебе тут сейчас что-нибудь помешаем, тогда будем плевать. Ты понимаешь?
что стреляешь по мне? Да, на дозаблюк хорошим. Эй, осторожно! Сейчас попробуем. Мне нужен внизу заблёк хороший, а не там. Я оттуда хочу прыгнуть вниз там. Эй, я перезаряжаюсь. Вот сейчас давайте. Ну и мерзость! Блять, я немножко это пикнул. Тут можно громом теперь с любой высоты сделать, ну, прям убить человека. Ну просто подпрыгиваешь, все, да? А? Подпрыгнуть нужно? Да, можно подпрыгнуть просто на любой высоте и отпустить. Жакей! Нахрен он мне на себя убил! Прикрой меня. Блин, не то я сделаю, но надо на нити прыгать. Осторожно! Перезаряжаю! Оставь грома, не трогай. Погибну. Заблю лучше. Бумером заблю чел. На правую кнопку менять можно персонажа. Отдай грома, не бей здесь. Мне нужна помощь! Ну давай, хватит лежать. Спасибо. Вот, держи. Мне все равно без надо. А где у них еще один? Где четвертый? Четвертый внизу, хватайте его. Там внизу ходит. Стоит. Блин, Сан, ну ты вон прям рядом с Жакеем. Сейчас они вот пикнут, пусть он сейчас до бота перейдет. Жаки, ты что там трёшься с ним? Хватай быстрее, блин. Да, он сейчас телепортируется уже. Блин, его выгнать может? Он что там просто выглядит? Да ёб твою мать, никогда не срабатывает это. Нахуй я это пользуюсь? Никогда так не побивал, а? Блин, Вик, у тебя 2 хп, ну что ты идешь, а? Что ты сделаешь? Сливай куру просто и все. Нет, ты будешь идти за ними очень долго и упорно. Бери грома. Вот на этой первой лестнице пробей. Вот отсюда. Пробиваешь, да, прыгаешь, и вот прям возле земли отпускаешь. Не вверху, а вот прям вниз к земле. Отпускаю что? Ну, отпускаешь жертву, правой кнопкой мыши, и все. Ага, все понял. И тогда он умирает. Ну, рядом с землей, да?
Да, прям низко, не вверху надо спускать, а внизу. Они пошли поднимать, слышишь? Так они пошли туда тогда. Эта тварь меня оседлала! Иди сюда! Иди, 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 иди. Смотри, куда стреляешь! Переезжаю! Черт! Достали таки! Выглядит жутко. Очень живее, больно. Можно? Перезаряжаю. Спасибо! Гром, ты вообще слышишь, что я только что объяснял? Можно было минус делать, а не просто так. Перезаряжаю. Следует меня отделали. Ничего, блядь. Попайте Элисон, там один. Сейчас плюнет! Осторожно! Эй, мне тут нужна помощь! Перезаряжаю! Перезаряжаю! Я ничего не вижу! О, господи! Я весь в этом дерьме! Дай грома! Бик, нажми на правую кнопку. Понятно. Люди, бежи грома. Я задержу их немножко. Блять, Бик, не бери грома. Просто так. Нету грома, готовим. Блин, ну вообще что? Не слушайте. А где гром? Где правой гром? Кнопкой. Да не было грома. Правой кнопкой менять персонажа. Не берите грома. В бестолковую не играете. Ну, у меня не было грома, я же купил. Сейчас есть. Сирена отключена. У них два молотка. Ну что ты делаешь? Жаки чуть-чуть опоздал. Меня КД был меня. Танк! Превратите его в кровавые ошмётки! Помощь, конечно, вам... Вот я попытался. Не прекращай ты стрелять! Блядь. Жёлка, прости, я... Да я почему не могу... Я как с горки прям с него скатывается, блин. Танк обломил, конечно. Бумер, давай, да. Отлично. Поднимать будет. А чё, не гифт? Я убил, ребята, вообще не. Осторожно, слизь!
Кто-нибудь собирается мне помочь? Неужели будешь бояться? На мне курильщик! Эй, сюда! Мне правда нужна помощь, я не шучу! Бля, чуть не хватило. Поднимайся. Эй, спасибо. Черт, ну его. Дайте. Легко. Хватит, дабл Рошель. Сейчас будет слизь. Помогите! Спасибо. Когда ж бы ты не раздохнуть, да? Их минус 50 очков. Бумер нам, а не бумер поздно уже. Я ничего не вижу. Ну и мерзость. Перезаряжаю. Зюзик, возьми гром, а я плюву. А, нет, так никого. Хотя... Лети! Дрянь еще и горит! Уходим! Молотов! За мной должок. Жакей может прыгать на пробел. Поэтому, когда жертву держишь, на пробел нажимаешь, он подпрыгивает. Через бортик его перекидываешь, и можно любой насмерть, любой карт. Целься в язык! Целься в язык! Надо перезарядиться! Перезаряжай! Блядь, Сон, зачем ты взял гром, а? Вот... Дима, а зачем вы вдвоем берете грома? Я не могу идти дальше. Мне больно. О, черт! Господи! Ой! Надо перезарядиться! Перезаряжаю! Эй, осторожно! Уберите его! Громила! Мне кажется, его сейчас размотают. Блять, я тоже промахнулся из этого. Я лечусь. Я видел, как в круге нарезал. Куда легче. Дай-ка я подлечу тебя. Мы же с тобой друзья. Ого. Лучше. Эй, еле выжили. Это никуда не годится. Ну, вообще, минус 75. Один не дошел и минус 2 штрафа. Здесь не души. Но если дойдем четвером, то есть какие-то шансы. Главное не пропиться на лестницах. Перезаряжаю. Ну, все вокруг можно. Там не самая сильная команда. Главное, не попадайтесь на ловушки. Все, спокойно идем. Отбили атаку, пробежали чуть-чуть. Да, в кучке только не стоит, чтобы заблевал нас всех вместе одновременно. Я выйду первый, наверное. Перезаряжаю. Давай-давай, выходи. Типа, паркировай чуть-чуть. Здесь шприц с адреналином. Эй, малыш, ты только что стрелял. Грома нет, так быстрее наверх. Осторожно! Это нам понадобится. Вот нам и колеса. Быстрее, быстрее.
Гром сзади. Я. Осторожно! О, господи, я тебе! Мне нужна помощь! Осторожно! Сижу. Надо перезарядить. Осторожно! Гром, иди осторожнее. А как? Перезаряжаю. Я напугал, не пойму. Ну ладно. И back up ahead. Перезаряжаю. Гром сверху, осторожно. Осторожно. Перезаряжаю. Там же маленько раскидаешь. Гром наверху. Где гром? Бросаю наверху, волну. Напротив. Вот напротив. Тут коктейли молотого. Перезаряжаю. В дверь, скорее. Гром впереди, походу. Я слышу одного из этих мерзавцев. Живи! Стреляй по мне! Блядь. Сука. Ну как так? Быстрее внутрь заходите. Зачем вы вообще полезли вперед? Заболевали. Надо было немножко, немножко назад вернуться. Тут лежит оружие. Где они гид нашли? Давайте не стрелять друг в друга. Может, не будем возвращаться, понимаете? Не будем? Ты что, пойдем подымем. Да, это пошли. Большие риски. Пойдем, пойдем, пойдем. Перезаряжаю! Перезаряжаю! Тут гром, стойте! Поблизости громила. Ушел? Нет! Да. Но он внизу. Надо его найти и убить. Прощай. Осторожно! Громила! Хера ты матерый парень. Ну давай! Куда ты плевать будет? Поднимайтесь на верху. Reloading. Все, давайте оперативно идемте вперед. Да там будет еще оружие, прям быстрее. Обладает только мне. Говорили, что догоню. Беспокоиться не о чем. Но вот же... Ну, блядь, ну куда ты пошел, все? Я тебе говорю, без лука было поднимать. Блядь, вы пиздец, ребят. Вот нахуй куда о, пошли. Громила! Блядь, не план, блядь, аптека здесь нахуй халявная, ёбаный волк. Хуека, сейчас опять минус будет, блядь, аптека, ёбаный. Ты проебался, что надо даже... за аптеку. Я даже не знаю, что он там. Заебали нахуй, ноботница, крутись, блядь. Слушайте, нахуй, блядь. Все килы я делаю, нахуй, блядь, заткнитесь. Возьми что аптеку там, и все, шепчешь, блядь. А? Тебе нихера не понятно, что ты бормочешь на микрофон. Ну ладно, все. Не думал я, что так все закончится. Гром. Меня... Знаешь, что ты меня стрелял? Эй, хорош по мне палить, да? Нет, нет! Без толку, я говорю, сейчас иди еще аптеку поищи. Дерьмо! Это
долбоебы, вы сами, блядь, на грома нахуй натыкаетесь. Тут халявная аптека, и без жертв можно быть самый как мог, блядь, тесь. Иди сходи еще, аптеку забери. Да, там еще одна лежит. Я что ли виноват, что гром взял? Ты? Тебя только ждали, блядь, три грома из-за тебя было. Стоп, стоп, а где моя аптека была? А вот она, стой, Жюзик, вернись ко мне. Вот и я про то же. Все, пошли, блядь. Таблетки. Я взяла таблетки. Надо выключить сирену. Толстяк! О, нет, нет, стоп, стоп, стоп. Пойдемте. Мне поможет? Я тебя не брошу, но ты все равно. Осторожно. Жюзик, есть таблетки? Да, уже. Осторожнее. Осторожно! Сейчас там. Прекрати сейчас! Готово! Уходим! Ну что, можешь нас пользоваться? Там гром. Ну ты чё за рост? Тебя жопа. Бомжи, МД. Пойдёмте, поднимем чела. Погоди, погоди. Ладно, пошли. Дай ты, одна, отвори, пойдём. Если тебе помогли, это не слезы, это не жажда. Уходим, только по-быстренькому давайте. Танк, катрак, потеряет контроль. Сейчас. К этому времени. Осторожно! Молотов полетел! Черт, достали такие! Он горит. Сгораю! Похоже, девица попала в беду! Спасибо! Блин, вот это можно стоять, ребят. Там на аптеку пришла, да? Джентльмены, мне нужна помощь! Кто-нибудь вообще знает, что это за чел? Джейми Гибс-младший. Лучший гонщик на серийных автомобилях. Джейми Гибс Джуниор. Man, Southerners make the weirdest people famous. Этот человек — гордость Джорджи. Да я за него под пули встану. Аминь. Чего? Не знаю. Окей, хорошо, пусть будет так. Но ты, как крутой игрок, ты должен думать не только о себе, а и остальных. И под гром из-за тебя люди попадаются, потому что там в углу проторчал, тебе говорят, не надо никому эту аптечку, там дальше были. Ну да, мы тупые. Ну очень, да, тупые, видимо, что с такими играем, как ты. У нас вообще 4 класса образования. Да, причем здесь этот гром?
Мы вообще тебя не в чем не обвиняли сейчас. Меня тут врать. Не, ну я конкретно тебе говорю, из-за тебя три грома было, пока там в углу стоял, аптечку ждал. Просто вот я поднял чела, нам нужно было просто всем идти, заходить внутрь. И не понимаю, почему мы все разбежались по разным углам. Там была еще одна аптечка впереди. Зюзик, возьми Вичку. Вичку убери. Че? Блять, я нажал. Тихо все! Комната, комната, там комната. Все видно, да. Не успел. Стреляй в него, стреляй! Эта сука бежит со мной! Это просто ужасно. Это я! Меня преследует ведьма! Тебе, может, другую команду поискать, раз такой крутой? С ним лучше тебе не играть. Громила! Осторожно! Господи, господи, ни хрена себе! Ну знаешь, та команда не будет работать, если они тебя просто кикнут, если ты будешь тупить. Я в свое время пытался пару раз угнать тачку из автосалона, но там тоже не дураки, поэтому всегда держат баки пустыми. Надо будет достать бензин. Бля, она сдохла. Выбирайте шлизи, слизь! Это дрянь еще и горит! Я взял канистру! Давай! Жаки! Поторопимся. Не умножить, блядь, 3-метровый. Резнул меня там. Охотничь на нити! Я даже и мечтать не мог о том, что буду заходить. Получилось! Да блядь, не так так! Я лечусь, перекрой синий! Постойте, мне нужно подлечиться! Ух, куда лучше! Стреляйте в него! Что уставились? Стой возле канистры, и дай им травить туда. Пока.
Добей его, бей! Убейте уже эту ублюдка! Убейте эту тварь! Сейчас он меня прикончит! Ну тут без шансов, конечно. Ой, только взгляните, это же Джимми Гибс-младший. А, черт, мы его упустили. Этот апокалипсис начинает меня раздражать. Что за порнография? Нам пора идти. Там охотник. Да. Охотник, охотник! 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 Это плюющаяся тварь! Перезаряжаю! Они его вели? Перезаряжаю! Ну, кнопку нажмите. А чё купим? Курильщик! В общем, с эвакуатором облом. Если у кого-то есть идеи, самое время их озвучить. У меня есть идея. Давайте найдем машину Джимми Гибса, заправим ее и свалим отсюда к чертовой бабушке. Угу. Нам бы плевок в самом начале. Где бы он ни был, сразу выходим, да? Надо подождите. Вижу Вичку. Малыш, кажется, говорит дело. Блядь, не толкайся, чел. Парни, найдите бензин. Черт! Пушки! Хорош, у меня есть! Получилось! Лейся в бензобак. У меня конец. Чёртов бензин, а ну лечим бак. Бить его!
Да ничего не прикрывать, мне бомжи запинали, я залезу на дверь. Элис, прекрати, будь другом! Готов! Скорее, скорее! Да, блядь, дебил, блядь, ёбан. Аптечка! Постойте, мне нужно подлечиться. Молотов полетел! Перезаряжаю! Окей! Перезаряжаю! Перезаряжаю! Уже наполняю! Охотник! Ну, блядь, ну что-то, что-то не стало, а, чел? Уберите его от меня! Перезаряжаю! У меня канистра! Горящая слизь! А чёрт! Ну вставай, давай, вставай! Перезаряжаю! Осторожно, канистр уже. Осторожно! Нет! Канистр! Меня курит, всем похуй, я понял. Чел, у тебя была аптека, что ты встал, я не пойму. Пиши с буквой «Жю».